Я вот что могу сказать. Если, а это если не за горами, произойдет то, что говорят все, а не только Вардан Гукасян, все это видят и все это говорят. Говорит Иран, говорит сама Россия, говорит Армения, все говорят, что Азербайджан и Турция готовят агрессию, нападение на суверенное государство. Если такое произойдет, то в этом надо винить в первую очередь правительство Российской Федерации. Это означает, что после таких действий моя партия, и не только моя партия, я надеюсь, все армяне, которые чуть-чуть умеют думать, у них все в уме только будет одно. Если из Армении останется такой маленький-прималенький кусочек, то этот маленький-прималенький кусочек ни в коем случае не будет иметь никаких отношений с Российской Федерацией. Никаких. Убрать российские военные базы с территории Армении, покончить всеми дипломатическими отношениями с Российской Федерацией, выдвинуть посла и вот войти в состав, я не знаю, там НАТО или куда, хоть куда, хоть состав инопланетян, но больше не иметь никаких отношений с Российской Федерацией.